В четверг в 7-й школе состоялось открытие первого открытого турнира по баскетболу памяти Федора Цуркана, который занимал должность директора 7-й школы с 1989 по 2009 год. Инициатором проведения соревнований выступил нынешний директор школы Владимир Чигаринский. Поддержку оказали Черноморская федерация баскетбола и отдел по делам семьи, молодежи и спорта. Почетным гостем соревнований стала жена Федора Федоровича Вера Цуркан. Я очень благодарна, что 7-я школа помнит, уважает моего мужа и проводит турнир по баскетболу в честь его памяти. Он очень любил спорт, он очень много делал для этого. Он всегда поддерживал своих учителей физкультуры, спортсменов всех, очень уважал тех, кто занимается спортом. Всего в соревнованиях принимают участие 6 команд общеобразовательных школ города. Наши соревнования идут по системе 2, две команды разбиты на 2 подгруппы. В каждой подгруппе 3 команды. Команды играют между собой. Каждая команда сыграет 2 игры с противниками. Из этих 3 команд, с каждой подгруппы, 2 команды выйдут в финал. С первой игры баскетболисты старались проявить сплоченную игру и забить в кольцо соперника как можно больше мячей. Сегодня мы сыграли с 4-й школы, игра была очень тяжелая, особенно второй тайм. Просто мы немного расслабились, но из-за того, что в первом тайме мы собрали все чисто с силами, и мы их выиграли. Также в рамках турнира по баскетболу пройдет товарищеский матч между выпускниками общеобразовательных школ и ветеранами баскетбола. Опытные игроки отмечают, что это не только хорошая возможность встретиться с напарниками, но и возобновить забытые спортивные традиции. Я был обрадован, когда по инициативе господина Чигаринского проводится такой турнир, чтобы вспомнить людей, которые не только в память Федора Федоровича, вспомнить людей, которые тоже участники были соревнований, держали баскетбол в городе, поддерживали его на высоком уровне. Я за то, чтобы этот турнир проводился каждый год, чтобы мы собирались, потому что годы летят. Товарищеский матч пройдет в субботу, а после его завершения состоится подведение итогов соревнований по баскетболу памяти Федора Цуркана и будут награждены победители.